Открытый урок по декупажу на базе краеведческого музея областного центра состоялся в рамках специального проекта «Музей и компания», занятия в котором организуются по различным творческим направлениям примерно раз в месяц. Прийти на них может любой желающий. Опытные мастера своего дела готовы поделиться секретами успешной работы. Я думаю, что выставка моих и детских работ, я думаю, их уже заинтересует. И так как это, я покажу, что это несложно, думаю, что дети увлекутся этим. Маленькие участники открытого урока по декупажу, большинство из которых воспитанники многопрофильного центра детей и молодежи, за дело под руководством педагога принялись охотно. И уже через десяток минут в их руках оказывались настоящие шедевры, которые, к слову, мало чем уступали работам, представленным в рамках специальной наглядной экспозиции. Мне нравится, что оформление этой работы делается с душой, например, что оно делается из красоты, что сделано именно своими руками. По словам организаторов, проведение таких мероприятий позволяет привлечь внимание не только к определенному виду творчества, но и к музею. В текущем году сотрудники краеведческого не на словах, а на деле доказали, что данное учреждение может быть местом модным, современным и популярным. И останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Впереди еще множество планов, идей и инициатив. Мы верим в то, что не просто посетители могут приходить в музей и посмотреть. Это тоже сохранение музейных традиций, но и новые формы работы, где посетитель может участвовать сам в мероприятии, а также создать мероприятие, это модный четверг музея. Наверняка наши телезрители слышали об этом проекте. Вот. Ну и, конечно, толчком была идея «Брест – культурная столица». Радость, улыбка, удивление, ну это вот, это то, что сопровождает посетителя музея в 2015 году. Надеемся, что мы эти проекты продолжим. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания «БУК-ТВ».